В общем, идея такая: играем в Элиас, чтобы понять, у кого больше взаимопонимания. У вас, братьев, или у нас девушек. Вот и разобрались. Идея такая: за минуту надо объяснить как можно больше слов, которые указаны на карточке, не употребляя однокоренные слова. Они не употребляют, им родители запрещают еще. Однокоренные. И сьогодні ми говоримо про роботів, тож ці слова будуть пов'язані з цією темою. З наукою, з роботами, Ёшка, з технікою. Самое главное, с первой до последней, с номера один и подряд. Так интересно. Я, кстати, никогда не смотрел «Трансформеров». Ты никогда не смотрел «Трансформеров»? Ни одной части не смотрел «Трансформеров». Ну, да, я тебе потом за кулисами скажу. Ну, хлопці, ще також важливо згадати шкільну програму, тому що тут є запитання з шкільної програми. О, тогда это Вова. Все, ну, он играет сам. Давай первую. Так, хто буде показувати? Я буду как этот, как ведущий. Нет, вы садитесь на одну часть. Вы на одну часть дивана. Нет, один встает, объясняет второму. Все, вопросов нет. Вопросов нет. Ты карточки. А время засекает у нас таймер, который у нас в руках у нас редакторов. Так. Вот. Это рассказ. Это надо рассказывать. Не показывать, а рассказывать слова. Конечно. Я буду за спиной у тебя находиться. Кто из вас будет кому показывать? Только я слепой, мне нужно смотреть. Хорошо. Тогда вот с первой и подряд. Окей, с первой подряд. Да. Ну что, у нас время. Если ты не можешь пояснить, ты откладываешь эту карточку, або не можем. А считается как минус? Да. Как минус? Считается как минус? Самый для начала. А минус на минус плюс. Молодец, школьную программу вспомнил. Время. У вас есть время. Пошло. Сейчас пошел. Значит так, это химическое вещество. Нет, не вещество. В ней находится много разных веществ. От первого там до 72-го. Таблица? Да, чья? Да, молодец. Значит, о боже мой, вот ты вспомни эту госструктуру, с которой я постоянно ругаюсь, и соедини ее в одно слово. Уроды! Нет. Они дают нам свет! А, свет? Да. Свет, электрогаз. А зачем газ? Вот скажи первое слово и добавь к окончанию... Свет. Не знаю, нет, какой свет? Озарил мою больную душу. Пропускайте слово, иди дальше. Электрон. Я сказал бы протон. Значит так, недавно НАСА делала прямую трансляцию, потому что они нашли что? Что они нашли? Ты что, не... Не свет, не свет, подожди. Ты не играешь, все. О боже мой, когда ты не понимаешь, что происходит, у тебя происходит в голове когнитивный диссонанс. Проигрыш, вылет, ноль, все, мы проиграли. Эх, мы лыжи. Математическое, y на y равно... И z. Нет, а что это называется? Y в квадрате. Ну, уравнение. Бро и балаво получается. Так, садитесь, у нас один правильный ответ. Скильки один? Один правильный ответ. Так, что, кто у нас это будет пояснить? Будешь пояснить? Какой правильный ответ? А вы нам электрон не засчитали? За что вам электрон засчитал? Экзопланету? Ну да. А еще вот эти три перевернутых. Нет, это был позор, это была фиаско, это было просто какое-то взаимное просто уничтожение. Знаешь, я думаю, что таблицу Менделеева можно за два посчитать. Хочешь, я докажу вам... А, да, подожди, у вас было два или один. Неважно, это было очень мало. Хочешь, я покажу, что вы на самом деле не бро. Что на самом деле настоящий бро сейчас будет между девочками. Систа. Давайте с вами кто из вас кому объясняет? Будет нормально так. Как скажете? Мы будем... Так, с восьмой карточки у нас. Подожди, с восьмой карточки. Давай, зараз мы подивимся, наскільки дівчата розуміють один одного. Ну, розумієте, давайте, наверное... Ти подходи, наверное, сюда, ти подходи сюда. А я стану там же, буду стебать пацанов. Саша, подсказывай. Подсказывать, конечно, хорошо, давайте. Готово? Время пошло. Я сразу отклоняю. Как ты не угадала? Это... Умное слово. Говори. Планета. Говори. Это что-то, то, что делает все. Это... Малина лучше тверк. Тверк. Это что? Микроволновка, это что? Кофеварка. Печь. Машина, электроприбор. Дар. Электроприбор. Десятую карту. Мозги! Это вот ткань, только другое. Полотно, джинса. Я тем материал. Родина мать. Материя ходила. Родина мать. Откладывай. Я тоже отладываю. Целый день откладываю. Это
алгебра, геометрия делают что? Эскизы рисуют. Черчение. Время закончилось. Спасибо. Время закончилось, ребят. Все, время закончилось. Я вынужден констатировать, что... Присаживайтесь на диван. Я вынужден констатировать, что... Не верьте, что проект бродит среди набро, потому что вы сами это все видели. Понравилось, да? Таблица Менделеева. Ты заметил, почему они говорили, что сначала нам, а потом им? То есть у нас таблица Менделеева. Ладно, нормально. Экзопланета. А я такие откладывала, то, что я не знала. Слушай, слово метод. Мне очень нравится слово метод. Мне прям нравится, как бы я его объяснял. Знаете, ребят, в этой игре вы уже, ну это, понимаете, все, это фиаско. Это фиаско, а 15-летняя Надя, она удалила вас обоих из друзей ВКонтакте. Но у меня для вас есть... 15-летняя Катя добавила. Ну, конечно, мы же теперь взрослый проект, бро.